поехали посмотреть самую важную часть этапа Tour de France, это с брусчаткой. И ожидаю, что будет не так тяжело, проблем не будет, и запомним все участки, супер важные. Проехали 3 участка. В принципе, для спокойной езды нормально подходит. Во время гонки, я думаю, будет очень тяжело, потому что все будут бороться за позицию, и будет тяжело еще до ПВ, наверное. Сегодня было важно, чтобы вот эти брусчаточные отсечки проехать на хорошей скорости, проработать именно эти участки, чтобы понять, как чувствует себя велосипед, как ты чувствуешь себя. И мы, в принципе, с Квитковски проехали эту трассу, я за ним в основном сидел. Но он подсказывал, да, как лучше держаться за ручки, то есть за руль. Там пару советов дал. В принципе, брусчатка мне понравилась, но сегодня хорошая погода. Будет немного отличаться в дождливую погоду или же в такую солнечную. Я, в принципе, ни разу не ездил эти трассы. И когда смотришь по телевизору, представляешь себе, что ну, реально тяжелые участки. Так оно и оказалось. Там проходного легкого участка нигде не было. Ну и, в принципе, после этой тренировки я больше зауважал тех, кто даже доезжает, наверное, Париж-Рубе, а не то, что выиграть. Ну, на туре будет, конечно же, отличаться немножечко ведение гонки, как не на Париж-Рубе, это одним днем едут. И тут на туре будет возвращать своих лидеров, будет большое соперничество перед этими участками, чтобы начать первым. Но, в принципе, я думаю, что все пройдет отлично.